Здорово. Не понял, это что такое? Малой, вставай! Отстань, я Спайдермен. Кто? Вставай, говорю, Спайдермен. Там, походу, ялика жрут. Серег, ты был мне как брат. Прощай. И ты прощай, малой. Не думал я, что все так закончится. А это что? Носки, что ли? Кто разбросал? Почти новые. А пахнут как? Ярик? Ты чё, живой? Мы думали, тебя там медведь жрёт. Да не медведь это был, а я. Вы же меня на сиденье волкам оставили. Вот я и решил отомстить. Повтори, что ты сейчас сказал? Да, повтори-ка, мы чуть со страху не умерли. Ну все, тише, там походу реально медведь пришел. Ага, а с чего мы тебе сейчас должны верить? Хотите верьте, хотите нет, а я здесь больше не останусь. Я пошел искать деревню. Не знаю как ты, а я с ним деревню искать пошел. За ночь нас тут точно кто-нибудь сожрет. Не, я один здесь точно не останусь. Пацаны, подождите. Блин, что-то есть хочется. Вы что-нибудь с собой взяли? Я нет, я книжек взял. Вдруг почитать захочется. Вы что, с собой еды в поход не взяли? Ну да, батя всякой ерунды в портфель напихал. Картошки там, тушенки. Я это все выкинул и конфет напихал. Только я уже все съел. Да, капец на хлебнички. Придется экономить. Ярик, а ты-то что? Я всегда знал, что ты дурачок. Но не до такой же степени. Я смотрю, ты тоже особо умом не блещешь. Вместо картошки с собой попит взял. Че, не ришки шалят, да? Ты че базаришь? Ща как в сику. Тише, тише, успокойся. Попит свой потыкай. Скажи спасибо, сопляк, что я с собой попит взял. Сейчас бы валялся здесь без памяти. Э, хорош ругаться. Я дом нашел. И тут, кстати, есть еда. Еда! Вам не кажется, что если есть еда, значит здесь кто-то живет? Ярик, блядь, хорош бубнить. Давай сначала похаваем, потом умничать будешь. Тоже верно. Все, объелся. Да, плотненько похавали. Вам не кажется, что еда была просрочена? Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слабенький он какой-то. Я не понял. А вы кто такие? Бежим! Ярик, беги! Ну, я вам сейчас устрою, малышня. Еще больше интересных историй на страничке у братика. Ссылочка в описании. Не забудь подписаться.